Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы впервые на нашем мероприятии? На данном мероприятии? На данном мероприятии, да. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления? Потрясающе. Особенно десерт. Десерт. Вы уже успели попробовать? Да. Отлично. А как вам качество подачи материала? Великолепно. Очень хорошо. Лектор очень доброжелательный. Замечательно. Вы уже успели ознакомиться с раздаточным материалом? Нет, еще не успели. Ну хорошо, будем тогда вас рады видеть на последующих днях конференции. Завтра, послезавтра и последующие 3 дня или 4. Замечательно. Я буду здесь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, впервые ли вы на мероприятии, организованном магазином стоматологическим «Ромашка»? Нет, уже несколько раз был. А вам, наверное, понравилось в прошлый раз, раз вы снова посетили нас? Ну, я был в прошлые разы, наверное, лет 8, может быть, около 10 лет назад. Как раз позавчера 10 лет провели. Отметили? Отметили, да. Хорошо, праздник был, меня не было. Даже не понимаю, как это было без меня. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, как вам качество подачи материала? Качество подачи материала на высоте. Вообще все и освещено, и темы, и лектор просто великолепен. Сегодняшний день трилогии отличается от вчерашнего? Есть ли какие-то впечатления свежие у вас? Каждый день не похож на вчерашний. Это верно, это жизнь. Хорошо, может быть, у вас есть какие-то пожелания, какие-то темы, которые вы хотели бы услышать на следующих наших мероприятиях? Да, в общем-то, исходя из практики, и, честно сказать, мне все нравится, и сейчас у меня просто взрыв мозга от полученной информации, я пока еще прийти в себя не могу, поэтому даже не могу сообразить, что бы еще. Расскажите, пожалуйста, на сколько дней вы на данной конференции? Ну, еще буду. Еще будете? Сегодня, завтра, послезавтра. Впереди много информации. Пускай она усвоится хорошо, да, и принесет максимум пользы. Спасибо большое. Спасибо.